Так, ну вот смонтировали солнечную панель, 300-ваттную. Затянули кабель. Вот силовые провода. Затянули гофру силовыми. Больше усилий было на затягивание силовых проводов сквозь стенку, чем на установку панели. Так, закрутили контрболт, стопор. Снять панель можно, только приподняв ее вверх, а вверх приподнять ее не даст, собственно, стопор. Краску. Сейчас такую процедуру надо здесь сделать.